Через 2 года в свое первое плавание отправится «Титаник-2». Точная копия легендарного судна строится в Китае по заказу австралийского миллиардера Клайва Палмера. В отличие от настоящего «Титаника», копия будет оснащена не паровыми, а самыми современными двигателями, а количество спасательных шлюпок, которых не хватило в 1912 году, увеличит для того, чтобы в случае катастрофы спасти почти 3500 человек, которые будут находиться на судне. Также будут восстановлены интерьеры первого «Титаника», а все пассажиры будут носить одежду того времени. В первый рейс «Реплика» отправится из Китая в Объединенные Арабские Эмираты. Строительство корабля началось в 2012 году, ровно через 100 лет после того, как затонул его предшественник, а спустить на воду его планируют в 2018 году. И уже сейчас некоторые храбрецы готовы заплатить до 900 тысяч долларов, чтобы отправиться в плавание. Давайте сравним интерьеры настоящего «Титаника», запечатленные на фото 1912 года, с эскизами его копии. Как мы видим, интерьер корабля практически не будет отличаться от оригинала. А вы бы рискнули поплавать на «Титанике 2» после того, как оригинальный «Титаник» унес жизни 1500 человек? Пишите в комментариях.